сегодня у нас будет челлендж с закрытыми глазами. В этом челлендже мне будет оператор давать разные вещи, а я должна с закрытыми глазами их отгадать. Начинаем! Мне кажется, по-английски это будет pencil. Точности, это ручка. Такая вот ручка. Тут много цветов всяких. Давайте следующее смотреть. Да что это такое? Что это может быть? Тут моя мягкая игрушка. Заяц. А ленточка наверняка розовая. О, он что-то такой тяжелый, я угадала. Это моя любимая белый медведь, мягкая игрушка. Смотрите, как он меня прям. Так, 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 что же следующее? Мне очень интересно. А что это такое? Я вообще не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Что это? Поэтому я сдаюсь и открываю глаза. Что это еда была? Я не ожидала, что это будет еда. Закрываю и продолжаю дальше. Так получше закрываю. Мне интересно, что это будет. Когда? Что такое? Ну, я угадала. Я сразу не видела. Вот это, что я знаю. Это была святая вода с шапочкой. Откладываем. Я не знаю, что это. Я сдаюсь и открываю. Я сделала брату. Закрываю и продолжаем дальше. Что это такое? Такое не видно. Я завелись от клавиша. Что это такая крышечка от бутылки? Закрываем и продолжаем дальше. А я сама себя напугала. Но это легко, это шампунь детский. Вот. Что такое? Я не понимаю, что это такое. Я сдаюсь и открываю. Таблетки Plantix. Давайте продолжать наш челлендж. Ну давай, Мишка, ты со мной в магазине. Что это такое? Я не знаю. Я реально не знаю, что это такое. Прям по ощущениям, я не видела никогда такого. Раздаюсь. Это лампочка? Я ее не видела еще. Она была для меня интересной. Давайте следующая. Это я знаю. Это от этих шашек. Штучка. Ну. И сейчас будет последняя вещичка. Это что-то у брата опять. Чего он мне опять под брата подсунул?
Наверное, это нас. Кому понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на этот канал. Всем пока! Мои.